Я приветствую вас на своем канале. Еду с работы. Сегодня брали на продажу 3 квартиры, вторичку. Кстати, агентские составили только с одним продавцом, потому что две остальные квартиры не подошли по безопасности. Наши юристы развернули сделку, вернее, не приняли на продажу из-за того, что есть риск, что покупатель может потерять эту квартиру в дальнейшем. Наша компания является одной из лучших, и поэтому, прежде чем взять квартиру на продажу, ее досконально проверяют наш юридический отдел, который считается одним из лучших. Вот. И, кстати, одна из квартир, женщина, она сказала, что она сама юрист, что у нее квартира идеально чистая. Оказывается, нет. В итоге она сказала, что пойдет в другую частную компанию, либо там в другую компанию, которая не требует, которая не такие жесткие требования, как у нас. Естественно, она будет продавать эту квартиру, но уже через другую компанию. Естественно, если вы будете покупать квартиру не у меня, либо в другой компании, то у вас есть риск купить эту квартиру и впоследствии остаться без жилья. Что я хочу сказать? Проверяйте обязательно. Да не проверяйте, а просто покупайте квартиры у надежных риэлторов, надежных компаний. Не надо бежать к частникам, не надо бежать к тому, кого не знаете, и тем более не вздумайте покупать у собственников напрямую. Неизвестно, что там выплывет и почему эту квартиру не приняли компании на продажу. Может быть, компании, кстати, по недвижимости не взяли эту квартиру из-за того, что там какие-то очень большие подводные камни, и вам эту квартиру не надо брать. Если кто хочет, напрямую, естественно, я не могу говорить о всех этих подводных камнях в прямом эфире. Если кто хочет узнать, можете записаться ко мне на консультацию. Я вам просто часами могу рассказывать, сколько всевозможных случаев, сколько подводных камней, из-за которых вы можете остаться без жилья. Берегите себя.